Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали в деревне Салманово 30-летнего местного жителя, который подозревается в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом, которое по результатам химического исследования является амфетамином. Еще 81 пакет с аналогичным содержимым был обнаружен оперативниками у него дома. Всего из незаконного оборота изъято более 500 граммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.